Доброе утро, Капа. Привет, Санек, доброе утро, наши большие, маленькие телезрители. Привет, ребята. Привет. Скажи, пожалуйста, да. Все-таки с колбасой или все-таки с сыром? Бутерброд-то? Да. Да мне любой. Сань, ты знаешь вот эту поговорку, что бутерброд всегда падает маслом вниз? Так. Ну. У меня не падает. Почему? Он мне до пола даже не долетает. А, успеваешь. Оба! Ну, что ты меня запутал? Я вообще хотел тебе сказать, спросить тебя, знаешь ли ты такую игру «Бутерброд»? Ну вот, который падает, а я его хоп. Нет, не такая игра. А какая? Интересная, интеллектуальная игра. Ну-ка. Я тоже не знаю, но вот о ней нам расскажут наши друзья. Андрей и Ангелина Ведерник, да, участники конкурса изобретений. Здравствуйте, Ангелина. Доброе утро. Привет, Андрюха. Ну давайте, расскажите, что это за игра? Что за бутерброд такой? Это игра. Она одна из комплекса игр, да, которые мы придумали. И хочу сказать, что вот даже все комплектующие для этой игры хранятся в красивом мешочке. Ага. Затяжечка, для которой застежечкой тоже является пуговичка. Ага. Да, и не нужно никаких дополнительных креплений. Слушайте, оказывается, как много интересного можно придумать просто из пуговиц. Это ведь тоже это застежка пуговиц. Это интересная такая застежка. Она состоит из двух частей. Вот. Оп. Это послужило основой подумать, как эти две части можно разъединить и потом вкусно соединить. Ну-ка. Мы придумали такую игру. Давайте я сейчас покажу. Вот сшили из ткани вот такую, как это называется, поле. Ну, поле. Для двух участников два поля. Каждый участник на своем поле расставляет половинку основы вот этой вот застежки. А, это как морской бой. Похоже на морской бой, но в результате получается добрый. А, я понял. То есть, добрый, смотрите. Вкусный. Понял. Берем, значит, вот я синенькую беру, расставляю. Андрюха, ты не подглядывай, давай. Вот, садись, так, давай. Все, присядь, ты не видишь поле соперника. Да, ну да, видишь, какой хитрый тут. Ну-ну-ну. Все. И теперь мы будем по очереди стрелять, да, я так понимаю? Да. Так, ну давай, Андрюха. Задача накормить друга бутербродами. Вот. То есть, когда ты куда-то попадаешь, ты попадаешь как бы колбасой на бутерброд. На хлеб, да. Да, задача не промахнуться, чтобы бутерброд не улетел маслом вниз. Понятно. Так, ну давай, кто, Андрюха, стреляй давай. В утка. В утка. Утка. Мимо. Так. Александр. Сейчас скажу. С, то есть С, бабочка. Есть. Бутерброд! Бутерброд! Накормил Андрюху. Так, давай теперь ты. Или я продолжаю кормить? Нет, сейчас. С Андреем, да. А кот. А кот. Нет, мимо. Эх. Так, значит, а я тогда говорю в утка. Нет. Мимо. Давай, стреляй. Отрезай колбасу. Отрезай колбасу и... А бабочка. А бабочка? Конечно! Накормил. Вот, накормил. Бутерброд. Так, теперь я, значит, получаю. О, я уже забыл, какими я стрелял. С, бабочка. Так вы уже стреляли? Да? Ну вот. Ну вот. Ну, давай, Андрюха, последнюю по бутерброду, чтобы было. Скажи так. Андрюха, В, кот стреляй. В-кот. В-кот! Конечно! Ну, у меня покажи, два бутерброда уже бутерброд. Слопал! Здорово! Покажи, как это из пуговиц бутерброд делается-то? Я что-то не рассмотрел. Чего? Бутерброд? Вот так вот, смотри. Оп! Сейчас. Хлебушек? Хлебушек. А, это такие пуговки такие специальные. Да, это застежечка вот такая, показывал, да. Вот. Круто! Бутерброд! Андрюха, спасибо за сытный завтрак. Ангелина, ребята, спасибо вам за интересную. Спасибо, ну классная штука. Главное, все волки... Сытый и овцы целые. Да, спасибо. Пока-пока.